вами Алексей Ницца, и сегодня я расскажу о yaudit.org, сайте, который создан в помощь тем, кто собирает средства на благотворительность или свои проекты с помощью Яндекс.Денег. С помощью этого сайта владельцы счетов смогут отчитываться о ходе сбора средств, о поступлениях, расходах и текущем балансе. Это нужно для того, чтобы у людей было больше доверия к вам и чтобы они видели, как происходит процесс сбора средств. Использование сайта бесплатно и не требует регистрации. Все, что нужно сделать, это подключить свой счет и разрешить yaudit.org получить данные о состоянии счета и истории операций. Как только вам не нужно больше предоставлять информацию о состоянии счета, вы можете в любой момент его отключить. Нажимая на кнопку «Подключить счет», я попадаю на страницу запроса доступа к моему Яндекс.Кошельку. Мне на телефон пришло сообщение с паролем, вводя который я открываю сайт «Доступ к информации о счете». После того, как мой кошелек подключен, создается ссылка, по которой можно посмотреть историю и состояние счета. Эту ссылку можно разместить на странице вашего сайта, чтобы люди смогли при желании увидеть, как проходит сбор средств. Также при возникновении вопросов к счету по его номеру можно провести поиск в блогах, чтобы узнать, не принадлежит ли он мошенникам, и посмотреть отзывы. Нажимая на «Выгрузить в CSV», я могу скачать данные на свой компьютер и открыть для просмотра и дальнейшего использования. Таким образом, подключив свой Яндекс.Кошелек к сайту yaudit.org, можно предоставить информацию о состоянии счета и истории операций для своих пользователей для того, чтобы сделать ваш сбор средств более прозрачным, а значит повысить доверие к вам.